25 августа в Приднестровье пройдет общереспубликанский субботник. На уборку улиц и придомовых территорий выйдут сотни людей в городах и районах. Проводят субботник в преддверии Дня Республики. Грабли, ножницы и секаторы. 25 августа по всей республике ими вооружатся сотни приднестровцев. Ежегодно, два раза в год проводятся вот такие вот глобальные мероприятия по наведению санитарного порядка в городе и в республике в целом. Данный республиканский субботник приурочен ко дню образования Приднестровской Молдавской Республики. Пройдет он и в столице, охватит масштабная уборка практически все микрорайоны города, а это порядка 15 участков. Один из них – парк Кирова. Здесь лес, а не парк уже. Нужно убрать вот эти все заросли, эту всю растительность, почистить. Скосить траву, убрать мусор и срезать поросль в парке Кирова через две недели выйдет столичная госадминистрация. Это порядка 150 человек. Присоединиться к ним смогут все желающие. В этом сквере субботник проведут электросети. Он хоть и не прилегает к предприятию, но для них символичен. Здесь стоит памятник первой электростанции в Молдавии. Не обязательно в этот день приходить на один из 15 участков столицы, где будут проходить субботники. Можно просто выйти в свой двор, на свою улицу и убрать мусор, побелить деревья или скосить траву. Ирина Жекова, Диана Андранатье, Павел Бажонко. Первый Приднестровский.